Здравствуйте! Брат! Меня зовут Фер. Ты? Олег. Олег, я не понимаю. Это Czech Republic. Так. Ты украинский. Так. И ты работаешь в Испании. Ну, Германия, Испания. Окей. И ты всегда есть? Да, да. Квартира? Квартира, но... Но квартира, не нужна. Женщина? Дома. Дома? А? Куда дома? Украина. Украина большой. Ну, а, ну, Хмельницкий. А, это красиво там. И Путин, не бум-бум там. Ну, там... Не много. Сбивают эти ракеты, что летят. Окей. Сегодня воскресенье? Да. И ты здесь? Не можешь работать? Запрет по Германии сегодня. Не только Германия, Европа. Не только, Европа, да. Это хорошо? Конечно. Ты хочешь спать? Ну да, отдыхать. Отдыхать. Пауза. И ты знаешь? Нет. Ну, есть вот литовцы стоят. Подруг? Да, нет. Друг? Но друг. Деньги? Достаточно? И сколько денег? 2,5 евро. Окей. 2500. Как ты, женщина, приели деньги? Женщина. Я 3 месяца работаю и через 3 месяца на Украине. А, это хорошо? Да. И это ты спац? Да. Ты спагетти? Да, да. Готовлю. Кафе? Ну. Ага. Вот такая. Я могу? Да. Да? Ага, и... это хорошо. Ага. Окей. Окей. Спасибо. Якую. И что это здесь? Ты знаешь? Ну, пока нет ничего. А сейчас? Да. Ничего. И завтра? Ты завтра... куда? Ну, где-то здесь. Завтра Гамбург. Не Гамбург, где-то ближе. Штутгарт? Ближе, здесь. Хорошо. Карлсруе, Ингольштадт. Бензин дорого? Дизель. Дорого? В Германии дорого. Испания дешево. И сколько километров от танк? 3000. О, вау! Это большое, это много, это Европа. Но еще с той стороны, еще два бака. То и там. Ага. Как ты едешь в Украину? Как его? А, фликс, басфликс. Фликс, фликс, да. А, окей. Нет, что такое? Твое? А, нет. Не подойдите? Это дорого? Это за бесплатно. Да просто спрашивай, Мерс, если подойдет, так нас забирает. Ну, я вижу, что это водительский. Так забираюсь. Ну, хорошо. Это все? Контроли. Что случилось, когда ты не... Стоп. О, это штраф, нарушение. Окей, это все. Спасибо, большое спасибо. Дякую. Чао. Чао.